Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Забираем здесь выполненные наши задания. Так, открыли набор карточек, потратили 500 тысяч монет. Так, использовать ускорение, сразу заберем моды. Так, и использовать ускорение. Я одного не могу понять, а куда у меня деньги делись? У меня вроде бы, насколько я помню, последняя сумма была около 8 миллионов. Почему вдруг стало 5? Это я еще успел просто собрать все деньги. Лямчик, как говорится, докопил. Я что-то не помню, чтобы в последней серии мы с тобой такие офигенные траты именно по деньгам делали. Что-то не то. И было, кстати, сообщение. Спасибо за терпение. И получили мы с тобой еще 1000 очков лояльности. Я не знаю, что происходило. За какое терпение разработчики извинялись. Что-то, видимо, происходило. Так, использовать 3 ускорения. И нам нужно еще ПВП-шку сделать. Окей, давай-ка мы, наверное, заберем. Вот здесь, что у нас созрело. Ага. А этот что еще нет? А, это же тираннозавр. Ну что, карнотавр. Мы его помещаем. Прокачиваем. И, в принципе, можно, наверное, сделать даже эволюцию. Да что ты там, иди. Так, кто у нас сидит здесь? Ага. Птеродактиль. Ты посмотри, какой вредный, а? Он не хочет. Он не хочет просто прокачиваться. Вот еще, друзья. Так, давай еще одного карнотавра с тобой заберем. И прокачаем. Так, по идее, нам нужен еще один, да? А он у нас есть? Он у нас есть. Тогда пускай. Надо было не сюда его ставить, а вот сюда. Угу. Здесь бы мы с тобой ускорение бы сделали. Ну что, давай смотреть, какие у нас задания есть в событии. Денежная борьба и чудовище глубин. Естественно, сразу бежим на чудовище глубин. Ксинотодон, Тринакромирум, Стиксозавр. Вот такая вот, ребят, команда здесь соединилась. Ну что, я думаю, здесь, наверное, достаточно будет Ромалезавра вот против этих двух. А вот против... Кого взять-то нам? Ну давай, наверное, в принципе, нас Зуходус никогда не подводил. Я думаю, что и в этот раз не подведет. И на всякий случай возьмем с тобой Кранозавра. Вот этого. Не, вот этого. Можно даже немножко по-другому сделать. Так. Архилона я возьму, да? Все. Давай-ка мы попробуем вот такой командочкой. Я думаю, что у нас все должно получиться. Ксинотодон, вот так вот он выглядит. Довольно мощно, я тебе скажу, он выглядит. Так, стоит ли мне его бить? Наверное, стоит, ребят. И я прекрасно понимаю, что он сейчас будет делать атаку и, соответственно, нас уничтожит. Тут понятное дело. Я нисколько в этом не сомневался. Так, ну что, Зуходус, давай бомбить его. Тотальное уничтожение, так сказать. Опять куда-то у нас музыка исчезла. Так, этот у нас выходит. У нас как раз классовая превосходность перед ним. Но он, скорее всего, сейчас поменяет, наверное. Да, если он меняет, то мы с тобой, конечно же, будем брать нашего Архилона. Берем Архилона и, наверное, я сделаю вот так. Давай посмотрим, что он будет сейчас делать. И меняется, да? Все, ребята, я вам скажу сразу, что ему крышка. Так, у него 2 очка действия осталось, да? Про запас. Поэтому Зуходусу будет вообще разобрать его на изи. Так, 2 очка оставил. Нам нужно с тобой сколько тут, если прикинуть. Ну, вот так вот нам надо будет с тобой сделать. И... Подожди-ка, Узу... Блин, я немножко не так сделал. Мне надо было оставлять... Ай, Зуходуса, что я наделал? Ладно, друзья. В любом случае, все равно Тринакромирум крышка.
Так, стиксозавр. Ну и что ты сделаешь? Со своей 81 атакой, по-моему, ты ничего здесь нам даже не сможешь сделать. Все, ребят, теперь просто добиваем. Поехали. Ну-ка. Так, ну что, мы победили? Замечательно. Так, это был у нас первый, насколько я понимаю, поединок. Нам нужно еще два. Так, ну что, Псифодерма, Лептостега и Геликоприо. Ну, здесь возьмем гигантского Артакона. Наверное, да? Против Лептостеги нам придется... Подожди-ка. Артакон, он сразу может, в принципе, против двух пойти. Но на всякий случай возьмем Банана Гномиуса. На всякий случай, ребят. И Геликоприон, против него мы возьмем Крано... Подожди. Ну, давай, наверное, все-таки Кранозавра я возьму. Вот так. Поехали. В принципе, команда очень хорошая. Ты посмотри, сколько мы можем нанести дамага этой псифодерме. 608. Это смачно. Так, псифодерма заерзала. Заелозила, так сказать. Естественно, меняет. Берет Геликоприона. Еще и атакует при этом. Но 521 к атаке, нифига он прокачал его. Ты посмотри. Ух. А давай-ка мы вот так вот сделаем. Слушай, мы почти, ребята, его могли бы ушатать. Почти бы, чуть-чуть не хватит. Буквально 49 хп. Ну, естественно, он сейчас поменяется. Он испугается, уберет. Чего? Он не испугался. И он не убрал. Слушай, это была его роковая ошибка на самом деле. Потому что, естественно, мы его уничтожаем. Так, выходит Лептостега, у которой 154 к атаке. Нет, не должно получиться. Хе-хе-хе. Ну что, хлопчик, вот ты это зря сделал, это ты зря сделал. Давай-ка распетрушим его, эту Лептостегу, чтобы знала свое место в следующий раз. Ну и выходит опять же Псифодерма. Что она может сделать? Ничего у тебя не получается. Не-не-не-не-не, даже не думай об этом. Ну что, по полной программе вмажем, да? Конечно, по полной. Молодец, карасик. Он очень похож на кого-то, я не знаю. На обычную рыбу этот Банана Гномиус. Да? На того же самого сазана. Карпа. Так, ладно, не в этом суть. Самое главное, что мы с тобой здесь выиграли. И двигаемся, естественно, дальше. Так, что это такое у нас? Это нам не надо. Подсовывают они мне здесь. Ну что, последний поединок. Ксифактин, Прогнатодон и Псифодерма. Значит, делаем следующим. Против этого берем Плезиозавра. Против Прогнатодона мы берем Артакантуса. И, в принципе, погоди-ка, Артакантуса. Ромулиозавра мы берем против Прогнатодона. А вот сюда уже берем Артакантуса. Все, ребят, должны быть топовые команды. Так, ну что, 338 к атаке. Жалко, конечно, я этого Ксифактина сразу забомбить не смогу. Хотелось бы, да? Но он меня тоже, естественно, не уничтожит. Он сейчас будет, скорее всего, меняться. Берет Псифодерму. И атакует. Замечательно. Так, ну а мы с тобой берем Артакантуса. И тоже атакуем. На 548. Ну и что ты будешь делать? Опять меняется Прогнатодон. Ну и мы меняемся, естественно. Ромулиозавра берем с тобой и... И два бонуса.
Так, я надеюсь, роковую ошибку мы не сделали. Нет, не сделали. Так, он потратил одну очку действия, да? Раз, два, три, четыре. Я так сделал, ребят. Окей. Этого более чем достаточно. Давай, Псифодерма, выходи. 161 к атаке, 652 хп. Сколько же ты будешь сливать, а? Три. Но этого мало. Этого мало для того, чтобы меня тут уничтожить. Раз, два, три, четыре. Нам хватит. Так, ну что, Ксифактин, выходи давай. Остался только ты. Ну, у него, ребят, естественно, классовое преимущество, поэтому у него 417 к атаке. Опять же, это его роковая ошибка. Он все потратил. Но у него выбора все равно нет, ребят. 44 здоровья, тут уж никак не выжить. Тут достаточно дунуть, и ты уже рассыпался. Самое главное, что событие-то это пройдено. И мы двигаемся дальше. Все, красавчик. Начинает тут выпендриваться перед нами, да? Как будто мы не знаем. Ну что, колесо призов крутим, смотрим, что нам отсюда может выпасть. Да ладно, скафагнат. Он слишком, ребята, часто выпадает нам. Слишком часто. Так, заберем. Как меня этот кот раздражает, а? С своей музыкой. Ну что, будем выводить скафагната ставить? М? Сколько он там стоит у нас? Будет просто еще один летающий динозавр. Так, вот он. 25, но я думаю, это не так уж дорого. Что у нас еще есть? Давай-ка посмотрим по-бринкому. Да, в принципе, как бы больше ничего такого. Карнотавр, ладно. Давай двигаться дальше. У нас, по-моему, еще там есть событие. Называется денежная борьба. Саркозух, Уйнаринг и Глитронакс. Фу. Ты посмотри, каких мощных. Особенно вот этот. Я помню, мы с ним дрались, да? Ушатал меня только шорох. Но рискнуть, в принципе, можно. Именно подраться. Давай возьмем так. Против Уйнаринга можно взять Раджастегу. А вот против Глитронакса мы возьмем, наверное, Диплотатор, в принципе, нужен, по идее-то. Но, возможно, и Нундагозавр пройдет. Что, давай попробуем. Все равно бесплатные это поединки. Мы здесь ничего особо себе не тратим. Боюсь, что он поменяется, конечно, вот на этого. И так нам жару задаст. Так, Саркозух сразу припух. Меняться, он 100% будет сейчас меняться. Да ладно. Не стал? Как скажешь, парень. Ай-яй-яй-яй-яй, он на него все скинул, ребят. Он все скинул сюда. 749 к атаке. Два удара сейчас пропишет. Да? Ты понимаешь, о чем я. И один он оставил про запас. 100% поставил на защиту. Ну что, давай проверим. О, тогда пока. Я думал, что он на защиту поставил себе. Нет. Он сюда все-таки, на Глитронакса. Дополнительное очко действий. Ну что, ему надо будет слить 3. Так, посмотрим, насколько мы. Пу-пу-пу-пу-пум. Рискнуть. Давай я сделаю, знаешь как? Раз, два, раз, два. Вот так вот. Все, ему крышка. Он раскололся как орех. Причем так быстро. Ну давай, поехали. Запинываем его.
На, паршивчик. Слушай, ты, ну, первый поединок, слава богу, мы прошли. Ну и потратили очень таких, я бы сказал, мощных динозавров. Слушай, меня достал этот код 19 уже, блин, бесит. Приатродон, Тропиогоптер и Стегоцератопс. Но тут понятно, взять надо, наверное, все-таки уже Диплотатора. Сюда взять Уэрхозавра, скорее всего. А здесь, ну, можно, в принципе, Таниколагруса взять. Мне кажется, вот такая должна быть команда. Конечно, он возьмет Тропиогоптера потом. Но мы проверим. Да, возьмет, скорее всего. Сейчас поменяет и ударит. А нам потом с тобой надо будет брать тогда Уэрхозавра. Ух, 764. Это слишком жирно. Так, я тоже возьму бонус. Так, посмотрим. Он меняться будет, да? На этого? И ударит? Вот это было сверхборзость, я тебе скажу. Понимаешь, сверхборзость. Слушай, я же его не смогу, наверное, пробить. Ну, я рискну, ребят. Е! Как с куста. Так, ну что, парень, тебе придется потратить, по-моему, все свои 3 атаки. Тогда гудбай. Гудбай, родной, гудбай. Потому что мне здесь достаточно одну атаку сделать ему, да? Одну атаку. Раз, два, и вот так вот. Иди отсюда, погуляй, просвежись. Ну что, Тропиогоптер, я понимаю, понимаю. Ты тут... Ой, нуб. Ой, нубас. Слушай, я, наверное, сейчас... Сколько у нас тут идет? 578 к атаке. Давай я сделаю вот так вот. И поставлю защиту. Но, что ты там елозишь? Все, ребята, а теперь пора делать фокус-покус, который называется истребление тропиогоптеров. Так, друзья мои, прямо во время битвы вылетает игра, и это меня уже напрягает. Так, что я хотел? Я хотел поменяться и уничтожить, да, с помощью фокуса-покуса. Проверим. О, да. На тебе. Хвостом в шипах. Ну что, нам надо еще как-то продержаться один поединок. Кровь из носу. Ну, попробуем, попробуем. У нас, правда, ничего не осталось уже. Анкилодок, Астафрикозавр и Тиранозавр. Так, сколько ты стоишь? 125, уже не могу по откату тебе взять. Так, Анкилодок. Ну, здесь понятно, здесь, наверное, надо будет брать Таниколагруса, скорее всего. Против Астафрикозавра. Слушай, ну, по идее, надо брать хотя бы, ну, Дагозавра, в конце-то концов. Ну, другого варианта нету. Или же Раджастегу. Ай, даже не знаю, как лучше сделать, ребят. Нондагозавр, да? 72. Или взять летунов. Что скажешь? Например, Топиелозавра и Эудиоморфодона. Двоих. Рискую. Друзья мои, я иду, как говорится, ва-банк. Так, здесь, если я ударю... Ударить-то надо в любом случае. Естественно, он своего анкилодока будет убирать.
Тиранозавр. 557 к атаке. Еще и атакует. Не удивлен нисколечко. Так, Эдио Морфодон, выходи. Бонус. Неужели сейчас... Ага, меняет. Анкилодока. Офигеть, у него там... Но он не стал ничего делать, да? Рискуем. Ай, твою ж, налево. Чуть-чуть нам не хватит. Хотя, подожди. Ты серьезно? Вот пузырь, а. Раз, два. Так и так. Ну, понятное дело, что его мы уничтожаем. Астафрикозавр уходит. 520 к атаке. По-моему, у меня кранты, ребят. Хотя нет. Нет, пока не кранты. Так, у него было 4, он один слил. 3 у него остается, да? Я так попробую. Отлично. Так, астафрикозавр минус. И выходит тиранозавр мод 2. Ему достаточно сделать 2 удара по мне. 3 очка у него остается, да? Блин, у него очень много здоровья. Эдио Морфодон может не выдержать. Неужели он взял на защиту все, а? Раз, два, три. Четыре. Попробуем. Это же сколько он сейчас себе возьмет? 5. А сколько потратит? Все, друзья, вот теперь его пинаем. Вот теперь мы его пинаем. Давай, Эдио Морфодон, родной мой. Вжарим его. Хватит? Хватит. Есть. Мастерство не пропьешь, как говорится, да? Ну, молодец, молодец. Эдио Морфодон, красавчик. Так, мы забираем с тобой награду. Динобаксы. Ну, считай, 120 бакинских получили. Это круто. Что дальше? Дальше, дальше. Дальше мы с тобой... Ну, достал ты уже. Здесь награда. Так, по заданиям у нас получается все. Ну, это я даже проходить не буду. Бесполезно. Столкновения эти брать. Потому что, еще раз повторяю, ребят, если... Надо, кстати, взяться действительно плотненько за прокачку наших диплотаторов. Если мы сделаем здесь как можно больше, ну, диплотаторов, например, и тех же самых нондегазавров, то мы их будем вырубать просто на изи. Но для этого, естественно, нужно выводить их. У нас есть тут место? Есть. Мы можем с тобой, например, сейчас заказать... Ну, давай диплотатора, или же как, или нондегазавра. Сколько они вообще стоят по ДНК? Давай посмотрим. Так, гибриды, вот они. Диплотатор стоит 4, этот 4600. То есть получается, что нондегазавр все равно круче. Пускай, ребята. Будем потихонечку качать, чтобы это событие уже можно было бы проходить на изи. Всегда. А это, соответственно, очки доверий. Так, дальше нам что нужно сделать? Выполнить ежедневки, естественно. Так, ПВП. Каназуйская эра. Раз. Два. Три. Поехали. Так, ПВП вместе с этими, как называется-то, скажи, я скажу. Ну, короче, в каназуйской эре. Плюс, не забывай, что нам нужно будет. Блин. У оленя усиленная атака по мне идет.
А этого есть смысл менять? Ну, есть, в принципе. И нам нужно еще будет сделать, по-моему, там три ускорения, да? Что, олень? Ага. Ой-ой-ой-ой, эндрикотерий. Прикинь? Совсем оборзел, а? Просто оборзел. Так, естественно, он поменяется сейчас, только вот на кого? Гигантский олень, да? И опять же атакует. Блин, мне его не пробить. Давай вот так попробуем. Что же ты будешь делать, а, олень? Прекрасно. Прекрасно. У него одно очко доверия осталось, да? В принципе. Ну-ка, подожди. Одно очко доверия у него осталось. Мы сейчас с тобой сделаем. Да, нам придется все сливать. Ах ты, можно было бы, конечно, не тратить все. Ну ладно, ребят, ладно, сделали. Наше, так сказать, бравое дело. Эндрикотерий. 5 очков действий. Много. Много, гаденыш, у тебя очков доверия, я понял. Так, у нас преимущество, да, идет? У нас офигенное преимущество. Ну-ка, если я сделаю вот так. Раз, два. И вот так. Рискую, друзья, рискую. Оу, щет. Да, ну ты понял, да? Нам крышка здесь. Да заткнись ты там, орёт, блин. Я в шоке. Раз, два, три. Раз, раз. На тебе. Осел, осел. Все равно, ребята, по-моему, нам кранты. Да, у него 5 очков. Естественно, он даже сольет все и пробьет. Да меня взбесил этот олень, блин. 35 уровня. А что не 50-го-то сразу, а? Да-да, мамонт, нам не везет. А у меня, видишь, они не прокачанные. Ни мамонт, блин. Ни шерстистый носорог. Поэтому я не могу взять себе именно из ледяной эры какого-нибудь нормального, блин, животного. 10 уровень — это просто потолок. Вымораживает меня это, вымораживает. Так, ну что, мы с тобой забираем здесь награды. Раз, два. И вот ускорение. С ускорением я не знаю, что делать будем. Как вот тут ты ускоришься? Да ладно, серьезно, что ли? Птеродактиль у нас прокачался. У него, прикинь, к атаке 902. Фу-ху. Мощная птичка, очень мощная. Так, кого мы можем с тобой здесь, например, по-быренькому поставить? Так, где у нас? Вот сюда. Чтобы быстренько эту эволюцию завершить. Давай-ка вот так вот глянем. Ну да. Так, и последний раз. Это же считается как ускорение. Да, это считается как ускорение. Так, и смотри, что мы с тобой делаем. Ставим этого птенчика на прокачку. И у нас он будет 40 уровня скоро. Ну, а здесь забираем свои награды. Ежедневный наш пак.
Хавчик, Хавчик, Бакинский и музей голограмм. И плюс 95 очков доверий. Отлично. 6500 уже мы накопили. То есть скоро уже, ну, что мы с тобой сможем еще открыть? Чистое золото. Как-то так. Ну что, друзья мои, скоро, очень скоро, надеюсь, мы получим 50 уровень. Будет расширение территории, бои, плюс откроется у нас рынок. Вот он. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.